пропал весь снег. Да, он, бачите, все растаяло. Да. О, нашли что-то. Да. Подняли зайця. Непонятно, куда бігти, но побігли. Ось, бегут. Бегут. Ну, живет один тут заяц. Да. И вот это они его... Ну, он туда в дома убегает. Хрен его найдешь. Да. И они же у меня. А ну, снизу туда в гору они так быстро не бегут. Да. Так что... Ну, нема снега. Да, вот они там бегают, что-то шукают, ну, это таке. Да, и растаяло все, бачите. Да, ни солнца нема, ничего нема, ветерок, дождь до середины дня. Они бедненькие еле-еле дотерпели, чтобы их вывезти на природу. Ну и пользуются, да, он, бачите, как повымазывались, ну, как положено. Собаки гуляют, да, чтобы не думали, что это такие квартирные. Да, ходят они полноценной гульней такой занимаются, бегают, да, прыгают. Ну, бачите, куда ж. Ну, это не так, чтобы я вам скажу, что с первого дня. Чтобы так оно все происходило, понадобилось 7 лет. Да, начинал я с 2 собак, с 3 собак, и вот так потихоньку. И теперь вот, бачите, что такое количество собак, и они никуда не разбегаются. Да, Прима прибежала. Люшенька, да, ай, молодец. Да, нема, кончився сніг. Морозы. Сейчас плюс 10. Да, чтобы вы понимали. Сейчас плюс 10. Грязюка. Ну, все как в хорошие времена. Да. Все те, которые там качали, что мы замерзнем и такое все прочее. Да, брехня все. Смотрите прогнозы за многие года. У нас все теплее и теплее зимы становятся. От силы там получается 2-3 недели, что мороз дали. И все. Так что, ну, с одной стороны, нам хорошо. Да, теперь без одежи мы гуляем. И веселуха у нас. Повымазывались, как свиньи. Да, вот как в болоте. Так что, ну, а что делать? Да. Бачите, как это... Ну, это мы уже подходим к городу. Ну, вон, бачите. Так что, ну, лазит по всяким этим. Шукая пригод.